Президент Беларуси рассчитывает на начало самого активного диалога между Беларусью и Польшей. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским. Глава государства подчеркнул, что в последнее время между странами активизировался политический диалог, состоялся ряд визитов на разных уровнях. При этом между Беларусью и Польшей достаточно высокий уровень торгово-экономического взаимодействия и необходимо поднимать на этот уровень политические отношения. Польша является третьим партнером Беларуси по товарообороту, шестым по экспорту и третьим по импорту. Страна входит в первую десятку государств-инвесторов в нашу экономику. По итогам 9 месяцев года объем товарооборота превысил 1,5 миллиарда долларов. Из Польши в экономику Беларуси привлечено инвестиции на сумму 174,5 миллиона долларов. В Польше действует 17 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. В Беларуси работает свыше 350 организаций с польским капиталом. В этом году значительно активизировалось межпарламентское сотрудничество. В Сейме Польши сформирована польско-белорусская парламентская группа. В настоящее время идет процесс формирования такой группы в Национальном собрании Беларуси.